Написанную по одноименной повести Николая Гоголя оперу исполнили артисты трех театров – Мариинского, Зазеркалья и Мюзик-холла. За пульт встал дирижер из Красноярска Владимир Ланды. Представление проходило под проливным дождем, но даже это не стало препятствием для почитателей оперной музыки. В парке культуры и отдыха собрались сотни зрителей. «Майскую ночь» представили в рамках международного фестиваля «Опера всем». Он завершится 21 июля в Царском селе. Своего рода инспекцию